Заблудшие решили не прятаться, а сыграть в кошки-мышки. Однако не учли, что могут сами попасться в ловушку. Наивные, как дети, они подписываются на экстремистские мусорки. Но контент оказался там не детский, а уголовный. Публикация об организации беспорядков, сопротивление сотрудникам милиции, посягательстве на независимость страны. Теперь они оказались в плену коварных политических игр и нечистых дел. Только тонкая стратегия кураторов долго не протянулась, она безжалостно провалилась. В социальной сети ВКонтакте вступила в деструктивную группу, в которой размещались информационно-оскорбительные на характер в отношении главы государства, власти и правоохранителей. Змогары, поглощенные иллюзорной надеждой и своими неблагоразумными амбициями, наивно полагали, что им ничего не будет. Однако все прекрасно понимают, незнание закона не освобождает от ответственности. Они не прислушались советам, хоть могли поставить себе родительский режим. Но вновь режим, да, для многих теперь он будет только строгий. Я пересмотрел точку зрения своей политической, в том, что я ошибался. На данный момент я полностью поддерживаю действующую власть, то бишь Александра Григорьевича Лукашенко. Ни совести, ни чести. Как же странно наблюдать за змогарами, которые живут в стране, которая стремительно развивается под руководством президента. Каждый имеет все возможности для преуспевания, но вместо того, чтобы выразить благодарность и признательность, они предпочли бросать грязь и недовольство в группах социальных сетей, размещая подобные деструктивные и оскорбительные публикации в адрес главы государства. Вот только в итоге пришлось извиняться. Я предлагаю всем не поступать так, как я, не совершать таких действий и не подписываться на деструктивные каналы, экстремистские. Все предупреждения и уговоры исчерпаны. Все протестуны и тем более админы чатов на контроле. Единственный способ оставаться на свободе – это добровольная явка с повинной. Те, кто продолжит совершать деструктивную деятельность, понесет наказание. А эта история учит ответственнее подходить к выбору источников информации и не вестись на противозаконные действия, помогать и принимать активное участие во благо нашей родной Беларуси. Ведь она наша, она любимая, а любимую, как мы знаем, не отдают.